Нормы и правила пожарной безопасности в формате раскраски для детей. Такой проект разработал предприниматель из Осетии. Идея Алану Кантемирову пришла на форуме о системах безопасности в Москве. Там представители МЧС России рассказали о самых эффективных способах профилактики по обеспечению пожарной безопасности среди детей. Выбор предпринимателя пал именно на формат раскрасок. Он нагляднее, уверяет Алан Кантемиров. Первый тираж 2000 экземпляров отправится в детские дома и социальные образовательные учреждения республики совершенно бесплатно. Акцию проводят совместно с Министерством образования.